приветствую вас на моем канале. Сегодня мы снова решили приехать в Пересыпь, чтобы показать вам еще раз море, но уже на другом пляже, на окраине поселка. Сейчас мы спустимся вот по такой лесенке и пройдем к самому пляжу. Сегодня ветер совсем другой, и море очень спокойное. Оно имеет такой красиво голубой цвет. Вот такие вот железные ступеньки ведут к морю, к пляжу. Можно спуститься и просто вот там вот. Кто-то даже заезжает на машинах. Как вы видите, ставят такие палаточки. Кто-то просто приносит стульчики. Посмотрите, как малолюдно. Это красота, настоящая красота. Такой пляж, на котором каждый хочет купаться, где нет народу. И сегодня наверняка очень теплая водичка. Здесь у нас также такой же песочек, песочно-ракушечный. Просто буквально 10 человек на вот такой большой пляж. Береговая линия в Пересыпи отличается тем, что вот видите, какой широкий пляж. Это не сравнится с Голубицкой, которая вся застроена. Здесь хватит места всем. Но тем не менее, народу сюда приезжает очень мало. Красота! Красота какая! Сегодня, кстати, очень жарко у нас. Прекрасное Азовское море, прекрасное, голубое, чистое, спокойное. Приятный уху шум волн. Смотрите, даже медузу выкинула на берег. Да не одну, аж целых три. Вот такие вот большие медузы у нас в Таманском заливе были, когда строили мост, их прям кишило. Какая красивая вода, какая красота. Берег чистый, песочек. Там уже, конечно, вдалеке побольше, это вот то место, которое мы вам показали в прошлом видео. Шикарная водичка. А то я вам показываю только такое бушующее Азовское море. Ну вот. Вот момент настал, когда оно хорошее. Кстати, я вижу в воде много медуз. Больших медуз. А давайте-ка я ногами потрогаю водичку. Хорошая вода. Отличная вода. Очень приятная, прохладненькая. Именно такое море ожидают увидеть все те, кто едут сюда отдыхать. Именно такое море, такое красивое, такое прозрачное. Видите, какие медузы плавают? Большие. Сейчас дойду до еще одной. А нет, наверное, даже не дойду. У меня юбка, я без купальника. Ну вот она плавает. Красота! Красота, это замечательно. Погода сегодня радует всех отдыхающих. Море позволяет плавать долго. Мне вот так очень приятно сейчас ножками бродить по этой воде прозрачной. Посмотрите сами, насколько она красивая, насколько она прозрачная. Одно удовольствие в такой водичке плавать. И даже не холодно.
Так, мы сейчас искупались в пересыпи в море, и вода просто идеальная, она такая прохладная, и в ней хочется так плавать, купаться, нырять, но очень много больших медуз. Я не знаю, приходилось постоянно озираться, лишь бы она не ужалила. Папа купался, и медуза стукнулась ему о бок, и ему начало жечь бок, поэтому будьте аккуратны. Я вот купалась, медуз не задевала, но открыла под водой глаза, и у меня начал жечь глаз. Очень странно, поэтому будьте в курсе, что здесь могут быть медузы. Не только шторм, но и медузы. Но сегодня, да, очень классная погода. Именно та погода, которую ждут отдыхающие, чтобы насладиться своим отпуском. А на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, то пишите обязательно внизу в комментариях. И спасибо. Пока.